Здравствуйте, меня зовут Сергей Нескромный. Сегодня я покажу технику гравировка по коже. Это одна из красивейших техник украшения изделия из кожи. Кусочек кожи растительного дубления. Сзади я укрепляю скотчем, для того, чтобы кожу не повело работы. Этот скотч я потом уберу. Кожа смачивается перед работой для того, чтобы была податлива и послушна. Рисунок можно переводить через бумажку, будет распечатано, можно нарисовать прямо на коже. Специальный инструмент – шарнирный нож. После того, как я надрезал по контуру шарнирным ножом, я беру следующий инструмент, называется пятка. И пробиваю по контуру. Следующий инструмент тоже пятка, но работаю я ей немножко по-другому, обратной стороной. И скругляю необходимые элементы. Эта серия инструментов называется крючки, их 5 штук, они для того, чтобы приподнять кожу, и они разного размера, побольше, поменьше. Сейчас я нанесу декоративный элемент. С помощью разнообразного инструмента создается полноценное барельефное изображение. С помощью техники ручной гравировки по коже можно изготавливать множество изделий. Портфели, сумки, переплеты, чехлы. Окружайте себя красивыми вещами. До свидания.